Где дрова? Друзья, здравствуйте! У нас с вами сегодня шикарная возможность познакомиться с новинкой, выходящей в свет под маркой Aston. Это новая стальная топка Aston 700. Ну, 700 это, конечно, размер стекла, а сама топка изготовлена из стали 09 G2S, и внутри она футирована шамотом. Сейчас мы с вами будем ее топить, и параллельно с этим я вам расскажу про ее достоинства, про ее особенности. Мы посмотрим, как горит пламя в топке этой каминной топки. Это очень недорогая по современным меркам каминная топка, которая встраивается в интерьер практически любого загородного дома. Она может использоваться совместно с облицовками, которые можно купить конкретно под эту печку. Можно ее использовать с металлическими конструкциями, которые затем облицовываются различными декоративными материалами. Можно ее, как мы делали в одном из наших роликов, облицевать панелями из силиката кальция, которые представляют собой самонесущий каркас. Его тоже в дальнейшем можно покрыть декоративной штукатуркой или различными декоративными материалами. Эта топка небольшая, размер дверцы 70 см и мощность топки 12 кВт, то есть, в принципе, ее достаточно для того, чтобы использовать в качестве основного отопительного прибора в загородном доме. Ну, либо, чаще всего, конечно же, она будет радовать своих владельцев только игрой пламени в ее большой объемной топке, и за этой дверцей пламя прекрасно видно, дверца абсолютно не коптится, потому что есть возможность регулировать подачу воздуха и, меняя интенсивность пламени, делая его больше или меньше, можно добиться того, чтобы дверца самоочищалась. Но на самом деле не это самое интересное в топке этой каминной топки. Дело в том, что эта топка обладает функционалом полноценного камина, имея в себе абсолютно все необходимые регулировки. Например, вот эта рукоятка отвечает за подачу воздуха в сквозняковую зону. Левая рукоятка отвечает за подачу вторичного воздуха. Находится канал подачи на тыльной стенке, в шамотных кирпичах есть специальное отверстие, и между шамотными кирпичами также есть щели, через которые поступает воздух, необходимый для того, чтобы те не сгоревшие остатки топлива дожечь в верхней части. Кстати, в верхней части установлен еще и пламя-отбойник, за которым, внимание, есть ряд конвекционных труб. Да, они, конечно, небольшие, и ждать от них каких-то огромных тепловых потоков не следует, но, тем не менее, здесь они реализованы в виде конвекторов, и, на мой взгляд, все-таки несут функцию скорее как части пламя-отбойника, для того, чтобы затормозить пламя и не дать ему вылететь в трубу. За регулировку тяги в этом камине отвечает еще и встроенный шибер. Диаметр подключаемого дымохода 150 мм, так что дымоход выйдет недорого для этой каминной топки. По большой дружбе компания Везувий, владелец торговой марки Aston, пригласила нас в испытательную лабораторию для того, чтобы мы понаблюдали за процессом горения именно вот этой топки. Дело в том, что это еще предсерийный образец, и будут небольшие изменения в конструкции топки, которые мы с вами, дорогие зрители канала Farnax Film и потенциальные покупатели магазинов Farnax, увидим буквально через 1-2 недели в своих розничных магазинах в городе Новосибирске. Я вас приглашаю зайти к нам в гости, и вместе мы убедимся, что это один из самых качественных и доступных вариантов на рынке для организации красивого семейного очага в загородном доме. Друзья, давайте обсудим конструкцию и особенности этой топки в наших соцсетях. Ну и, конечно же, ждем ваши вопросы в комментариях под этим роликом. Ну а я с вами прощаюсь. До новых теплых встреч. Счастливо, друзья!